Spider-Cat, Spider-Cat does whatever what spider can't. He can swim, he can jump, he can even drown in a swamp. Пошел нахрен, мразь! Это мой канал! Здрасте. Давно что-то у нас с вами не было Undertale, правда? Возможно, некоторые только рады, но кто его ждет, тот явно заметил, что что-то как-то... Ну, правда, много прошло времени с последнего выпуска. Двоякая ситуация, однако. Ладно, пойдем куда-нибудь... О! Палец. Да, мы знаем, лифт до города не работает, говорит палец. Из-за этого инцидента комнаты сдаются по особой цене. 200 монет за комнату, интересует? Пошла в ж... 200 монет, ты чё? Я еды за столько не покупал. За сколько сейчас мне комнату предлагают купить? Ага, да, конечно. Я не миллиардер здесь вообще-то. Я разве что, если мне вот кто-нибудь за красивые глаза в рассрочку даст денег, а может быть и вообще на невозвратной основе, было бы классно. Здравствуйте, собственно, дракон из Капхеда. Я вас долго проходил и бомбил, но по итогу записалось с лагами, было обидно. О, это школьник, который разговаривает с мамой. Так, на как школьника надо изображать? А, может, в принципе, школьника можно не изображать, я ж сам школьник. Правильно. Да, я сегодня домой не пойду. Думаю, в моей куче сокровищ найдется холодная пицца, которую ты можешь разогреть. А, это все-таки мама, которая говорит сыну, что он может разогреть пиццу. Понятно, это все-таки, значит, не ребенок, это взрослый. Это взрослый дракон, я перепутал. Так, а это, видимо, собственно говоря, нефть. Нефть с глазом. Как слизень. Я в ярости. Бургерная. Какой ты урод. Добро пожаловать в МТТ Бургер Универмаг. Мы славимся своими гамбургерами, делаем ваш день круче. А можно продать что-то? Почему он пытается мне что-то продать? Это ресторан гамбургеров, я просто пытаюсь выжить. Все хорошо, ладно, не парься, давай поговорим с тобой. Есть гамбургер в виде тотема бессмертия? У тебя крутой ассортимент, котяра. Против правил болтать с клиентами, которые ни хрена не купили. Ах ты черт, смотри, какой предприниматель, а. Ну я вряд ли могу что-то купить, если только G это не 1000 монет. Если G это 1000 монет, это, конечно, да. Пусть будет гламбургер. Да, недостаточно денег. Почему там написано G, а здесь написано M? Хорошо, мне я беден. Я не прошу про извините, честное слово. Какой ты все-таки урод, я не ошибался в тебе вначале, когда к тебе зашел. Говорят, первое мнение ошибочно, мнение о тебе изначально было правильно. Ядро! Ема! Сейчас буду драться с кем-то по-любому. Две пульки. Что? Кто это? Говорит Альфис, нам, да, я вот видите, я помню ее голос, вроде бы правильно изображаю. Здесь никого не должно быть. Но тут какие-то два початка кукурузы, нашлись же все-таки, что ты, все? Давай застрели их случайно из своих ловушек, я обычно помогала. Ох, ладно, сейчас не время беспокоиться о них. Если их показали, значит есть повод, вообще-то. Готов? Мы на месте. Вызови лифт и поднимись на нем к Вилсинида. Какая музычка-то пошла. Сейчас буду драться с киборгами, видимо. Киберпанк какой-то. Лифт не работает, да что ж ты будешь делать-то? Лифт должен работать, но он не работает. Все, он не работает, пошли по лестнице. Иди направо, потом вверх. Где я... Что из этого право? Ладно, допустим, это право. Я иногда путаю. Пошла ты, меня разводят. В смысле иди вперед? Куда? Это пропасть. Давай попробуем пройти налево. Да мне кажется, слева сейчас тоже будет пропасть. И вся проблема, она будет в том, что как бы мне придется сразиться с двумя кусками кукурузы, которых я видел до этого. Ой-ой-ой, мне кажется, это ловушка. Срочный звонок, Альфис. Мне кажется, сейчас меня застрелят. Сделай что-нибудь. Ладно, здесь ты и сам должен справиться. В смысле? Берегись. Советчик от бога. Две кукурузины. Привет, две кукурузины. Надо очистить разум, чтобы он ничего не прочел. У меня, мне кажется, мысли. Мне кажется, мысли он может мои читать. Ай-ой, он святой, он крестами кидается. Мне кажется, я знаю, как его победить. Здравствуйте, не хотите ли поговорить о том, что бога не существует? По моему плану, он уже должен был как бы заплакать и уйти. Но, возможно, что-то... Ладно, оценить. Возможно, он не совсем тот, кем я его понимаю. Говорит только волшебные слова. Ну, может, его надо заставить говорить не волшебные слова, например, что ты на меня пялишься? Да, давай. Давай я буду пялиться на преследующую сферу. Жестокая преследующая сфера ослабла под вашим взглядом. Спасибо и пожалуйста, говорит, видимо, крайняя сфера. Тут хитбоксы немножко не совпадают с текстурками, меня это сейчас спасло очень сильно. Мэджик смотрит на вас странным взглядом. Че, никто до этого не уставлялся на твои сферы, да? Крайняя сфера ослабла под вашим взглядом. А, все, все, абракадабру свою не наколдуешь, нифига. Сейчас, сейчас ты у меня получишь. Сферы Мэджика обязательно... все. Сколько ты мне денег дашь? 60 монет. Ну, теперь я бы мог что-то купить. Но это было довольно опасно, да. Почему здесь так много монстров? Я имею в виду, это не проблема, верно? Мы просто продолжим идти дальше. Щелчок. Конечно, мы продолжим идти дальше. Сейчас, правда, опять две кукурузы ко мне придут, видимо. Кажется, они появятся в следующем порядке. Лазеры.
Оранжевый, оранжевый, синий. Прям как в Портале цвета, кстати. Так, остановись перед последним. Оранжевый, оранжевый, синий. Хорошо. Так. Ты чё-то как-то меня немножко развела. О боже, ты в порядке? Я назвала неверную последовательность. Все хорошо, да? Давай, просто продолжим двигаться направо. Она меня сейчас чуть не подвела очень сильно, но благо не подвела... Ой, какая локация большая и страшная. Чувствую, я буду это изучать 100 часов. Это спутье. Попробуй продолжать идти направо. Надеюсь, никого не раздражает, как я озвучиваю Альфис. Мне самому почему-то нравится, как я ее озвучиваю. Она такая. Проблема с дикцией, потому что зубы торчат вперед, видите? Вот, зубы торчат вперед, поэтому она говорит вот так вот. И еще немножко некой неуверенности в голосе, потому что... Она такая, она не очень верит в себя. Что? Нет! Думаю, надо идти наверх! Так, короче, думай, что хочешь. Я пошел сюда... я думала, это правильный путь. Оп, опять лазер дым. Ладно, в этот раз я не ошибусь. Я просто открытю лазер и дам тебе пройти. Они не хотят отключаться. Я не могу их отключить. Все хорошо. У меня все под контролем. Я отключу энергию во всем блоке. Ой, мне кажется, это плохая идея. Мы спалимся. Ну, я, конечно, тогда смогу пройти, но это поднимет на уши всю стражу. И это ни к чему хорошему не приведет. Ну, давай. Так, вы же не включитесь прямо в процессе. Ох, как не вовремя ты звонишь. Можно было бы на ходу еще разговаривать. Подожди, стой! Этого не должно было происходить. Я выкинусь еще раз, говорит, когда энергия открыть это, подойдите ток и остановись. И тебя не заденет. Окей? Нет, стой! Я цел, да. Но не весь. Ладно, хорошо, хорошо. Ты там, видимо, рычаг какой-то жесткий держишь. Все, осталось совсем чуть-чуть, хорошо. Спасибо, все, да, я знаю, я молодец. Все у нее под контролем, да, да, меня ранило немножечко только, да, а ты там сидишь в уютном офисе, ну да, безусловно, у тебя все под контролем. Как ты вообще меня видишь? Такой любопытный вопрос. Хотя, стоп, у нее же в этой лаборатории была полная слежка за мной, точно, я забыл. Ты меня немножко сталкеришь, но мне это в какой-то мере даже нравится. Из-за этого я хотя бы не умираю. Ладно, тебе нужно, я не знаю, это совсем не похоже на мою карту. Извини, мне надо идти. Это нет. Это те кубики, которые волк кидал в том городе. Это те кубики, которые плыли по реке через мост. Это эти кубики, они нужны, чтобы охлаждать реактор. Я восхищаюсь этой игрой. Гламбургер! Я мог его за 120 монет, по-моему, купить. А тут он просто в мусорке. Конечно, здрасте. Я мусорщик, работаю 3 дня. Ну чё за фигня? Чё за кукуруза сраная? Я не понимаю, мне кажутся эти монстры? Там какая-то кукуруза показывается, а тут какой-то финальный фроги. 10 milliseconds later. Шига! Посос. Сохраняй решимость. Можно еду, в принципе, по помойкам находить. Нафига я буду что-то покупать? Пфф. Выживаю на прожиточный минимум в России. Ставьте лайк. Еще один гамбургер? Да нет. 100 монет! Конечно, возьму. Кто оставил, тот дурак. Не знаю, может, король так прикалывается, по мусоркам раскладывает там деньги. Но это его проблема, в принципе. Офигеть тут путей. Мне сейчас опять кто-то подсунет кучу народу. Ой, да ладно тебе. Это что за око адское? Астигматизм. Астигматизм, прикольно. Вау, слушай, а ты похож знаешь на кого? Нет, это из Geometry Dash. Я вставлю картинку, короче, похоже, да? Здравствуйте, а я близорукость. Приятно познакомиться. Безжалостный задира всегда добивается своего. Не дразни меня, горит. Да я не собирался вообще. Стучит зубами астигматизм. Я не думал, что когда-то в своей жизни встречу такое словосочетание, но мне почему-то нравится. Так, дразнить, не дразнить. Давай не буду тебя дразнить. Не дразните, а он вас дразнит. Наконец-то кто-то понял это. Вот, это личная драма. Его все дразнили, он поэтому такой противный весь и мразь вообще. Уху! Как легко тебя было сделать, да? Дай денег еще. О, 50 монет еще дал за то, чтобы мы перестали драться. То есть я его и выслушал, и мне денег дали. Я его личный психолог, и я делаю такой вывод на основе того, что сейчас пережил. За этой дверью должен быть лифт к королевскому замку. Наконец-то. Все, наконец-то я добрался досюда. Ой, что-то как-то... Ну ты задолбал, мы тебя уже победили.
Альфис, отключи свою срань! Отключи свой калькулятор! Прекрасный момент, чтобы выложить карты на стол! Пора, наконец, остановить неисправного робота. Нет! Неисправности? Перепрограммирование? Спустись на землю. Все это было лишь большим шоу. Альфис дурачила тебя все это время. Наблюдая за тобой в монитор, она привязалась к твоему приключению. Она отчаянно хотела стать его частью и решила вписать в себя, в твою историю. Она перезапустила головоломки. Она выключила лифты, попросила меня досаждать тебе, чтобы спасать тебя от опасностей, которых в помине не было. Чтобы у тебя в мыслях было только, как же она хороша. А теперь время ее звездного часа. Прямо сейчас Альфис ждет снаружи. Во время нашей битвы она вмешается. Она притворится, что отключила меня, спасая тебя раз и навсегда. И тогда она станет героиней твоего путешествия. В благодарность ты даже позволишь ей убедить тебя не уходить. Или не позволишь. Понимаешь, с меня достаточно этих предсказуемых игр. У меня нет желания вредить людям. Вовсе нет, правда? Я хочу лишь развлекать. Мы с тобой охренительно похожи. Что-то прослеживается, да? В конце концов, разве публика не заслуживает хорошего шоу? Согласен, ставьте лайк. А разве хорошее шоу обойдется без сюжетного поворота? Эй, стоп, происходит! Дверь только что закрылась сама по себе. Простите, ребятки, старую передачу только что отменили. Но у нас готов финал, который вам крышу снесет. Настоящая драма, настоящий экшен, настоящая резня. В нашем новом шоу. Атака робота-убийцы. А в смысле это игрушечное оружие не сра... В прошлый раз работало. А, ты подыграл? Тут ты мразь. Так, пнуть. Я пошел в жопу вообще. Он у тебя одно колесо. У тебя баланс, наверное, не к черту. Если ты продолжишь так и дальше, то Аскар заберет твою душу, говорит. И своей душой Аскар уничтожит все человечество. О, это очень интересная история. А стоп, а я могу стрелять по ним, а? Я могу? Очень неудобно, кстати, это. Но если душа достанется мне, я смогу помешать плану Аскара. Класс! Офигеть. Супер, пошел в жопу! Затем, с помощью твоей души, я пересеку барьер и стану звездой, которой я всегда мечтал стать. А, ну у всех свои мотивы, понятное дело. Сотни и тысячи. Блин, какие у нас с тобой похожие мечты, Нет. О, я не вижу, что у вас там происходит, но... Не сдавайся, хорошо? Есть один способ победить Метатона. Это прототип, так что не суди строго. И ты ведь знаешь, что Метатон всегда стоит лицом вперед. Это потому, что у него переключатель на спине. Так что если у тебя получится развернуть его спиной и щелкнуть переключатель, тогда он станет уязвимым. Ну, мне пора. Все, карты раскрыты. Сейчас я тебя поверну спиной к себе и сделаю все, что мне нужно. Развернусь. Позади него стоит зеркало. Офигеешь, такой красивый ты вообще. Посмотри на себя. Зеркало! Верно! Я должен выглядеть бесподобно для нашего грандиозного финала. Где же зеркало? Все, пошел, бать. Ты что, только что щелкнул? Мой переключатель? Нифига себе, а что переключатель делает-то? О боже! Если ты щелкнул мой переключатель, это может значить лишь одно. Ты хочешь увидеть мое новое тело раньше премьеры? Нет, я не хочу. Как грубо. Я пока ты прогружался, твой писюн увидел. Мне было достаточно. К счастью для тебя, я и сам уже давно хочу показать его, говорит. Так что в благодарность я дам тебе красивую награду. Я сделаю последние секунды твоей жизни... Вау, какой гламурный подонок. Рейтинги? А чё, рейтинги падают, я могу просто подождать, да? Ага, я тут немножко подождал, короче, чё-то рейтинг ниже, чем 3001 не падает. Я ощущаю себя немножко обманутым системой, ну ладно. Как насчёт, я не знаю, того, что ты вообще говно, а я сейчас похвастаюсь собой. Я не получу ни одного удара, ясно тебе? Рейтинги будут расти, когда наступит очередь Метатона. Свет камера мод... А чё... Пасос, сохраняй режимость. Так, ладно, все, сейчас ты будешь сосать. Так, как его? А, вот так.
Ага, не понял ни хрена. Подожди, насилие плюс 20, в смысле, у вас тут за насилие не банят вообще на платформе, да? Не получу ни одного удара, все, мы сейчас будем скандал крутить, называется трэш-ток. Слышали, может, о таком? Окей, я, возможно, ошибался. Может, да, пошел ты в жопу. Как это работает? А подожди, а как это работает? Я вообще... Да почему некоторые начинают двигаться, как собаки? Сутулы, ну ж хватит, все. Я следующую атаку не выживу, все. Так, окей. Лапшу из упаковки. Но нет, я сейчас буду ждать сраную вечность. О, наконец-то. Как стрелять? Как стрелять? Я начинаю ненавидеть сраный Ролтон. Рот наоборот этой лапши. Посос, сохраняй решимость. Блин. Я скучаю по твоему старому саундтреку, если честно. Новый какое-то говнецо. Ну, так вот, как бы, to be honest. Мне нужно, чтобы он меня пил, или наоборот, не нужно? Мне нужно поднять ему рейтинг или опустить? Ну почти же, ну! Все, разочарование минус 100. Пахнет метатоном. Ты что, теперь потеть, что ли, начал, когда гламурным стал? Время для викторин? Ну, естественно! Краткое эссе, что в метатоне вам нравится больше всего? Нет слов... Да в смысле? Я хотел сейчас написать, что это великий человек ты или не человек, я не знаю, кто ты. Ну, короче, молодец вообще. Слушай, ну у тебя сердце мощное, я тебе скажу. Просто пипец какое мощное. Ты как бы сильный, молодец. Да хватит! Ну я тебе... Посос, сохраняй решимость. Мне сложно представить себе такое шоу в реальности. То есть, я насмехнулся над зрителями. Я сказал, что меня не смогут ударить. Меня отмутузили. Я встал в красивую позу. Значит, что сказать роботу, если он просит написать о нем... эссе. Собеседование при приеме на работу. Ладно, хорошо, это не сработало. Иди сюда, мразь. Ай-яй-яй! Больно-то как? Ну хватит, пожалуйста. Ну все, хватит. Спасибо тебе большое. Все, мне надо что-то съесть. Вот это, например. Да, чтобы быть мощным, чтобы быть сильным. Гурманство плюс 500. Все. Лох. Ай! Собака. Насилие плюс 25. Каков ты на танцпор... Ну вот примерно таков. Это моя позиция насчет танцпола. Что мне делать-то, как бы? Ну спасибо большое, конечно, что меня пнули, но я вообще не забыл ни разу. Можешь ли ты держать темп? Безусловно. Я 100%. Ай! Ну вот... I'm sorry, what the fuck? Метатон... В смысле? Я попытался написать ему пару комплиментов... Но, господа, мы можем обойтись очень мирно. Особенно вот эти чудеса с зонтиками. Вы все можете жить спокойно, как бы и без вот это вот самое. А вы живете с это самое. Нет, не надо. Я абсолютно не имею представления, как мне вот это проходить. Вот что мне делать в этой ситуации? Насилие плюс 25, спасибо. Ай-яй, больно-то как. Да ну... Ну, бывает. Бывает в жизни такое, что... Некоторые трудности просто невозможно преодолеть. И в таком случае единственным возможным способом смириться с ними это... Ну я погнал, короче. Не воспринимайте всерьез, я много шучу. Иногда плохо, сейчас было очень плохо. Вот. Метатон любит бабулек. Спасибо, я знаю, я молодец, да. Зрителям это тоже нравится, понимаешь? Ты что-то должен делать, чтобы тебя зрители любили. Ну вот и все. Шоу он зафигачить решил мне тут, без моего разрешения, со мною. Это обговаривать надо, там всякие документы прям подписывать там. А без моего ведома нельзя, ясно тебе? Как... А, вот оно что, Михалыч, ёлки-палки, понятно. Все, грязный фартук. Я экипировал грязный фартук, людям это понравилось. Ты просто отвратителен. Ты мне не нравишься, ясно тебе?
Ты мне очень сильно... Нет. Давай, пожалуйста, у тебя же рук нету. Ты чем теребонькать будешь? Ты интересный такой. Руки, кому нужны руки с такими ногами? Сейчас и ног у тебя не будет. Все, у тебя ничего не будет. Че ты там собираешься побеждать? Ай-яй! А что? Что происходит? У меня одно сердце. Пожалуйста. Я не хочу. Что, давай? Что, давай? Ты расставил ноги и ждешь, пока я выстрелю тебе в ж... Что тебе надо? Как я жив? Как я вообще жив? Как я жив? Метатон. Драма. Драма, конечно, очень грустная. Ну, сука. Каким образом ты... Что ты за трансформер такой? Каким образом ты вообще превратился из калькулятора в порнозвезду? Как? Фак! Как ты к этому относишься? Да, иногда мало слов передают так много смысла, я абсолютно солидарен с тобою. Так, а я все еще не пропущу ни одного удара, потому что я, вообще-то, человек. А у человеков мощные сердечки очень, судя по сюжету этой игры. Конечно, я смогу держать темп, я же не какой-то лох. Кто во мне сомневается, тот потом попускается. Фига, ты тебя колбасит, что ты принимаешь, дай мне того же. Ёлки-палки. Ай! Ну нет, ну разочаруйте, не разочаровывайтесь во мне. Я стараюсь, монтирую тут, видите, я это... Танцы с бубном фигачу. Ай-яй-яй. Ой, я извиняюсь, просто уже поздно. Мне вообще как бы нельзя орать, наверное. Но тут как бы условия вынуждают, наверное. Все, Все! Обрубок с сердечком, мразь такая, все. Че, так, теперь мне надо поесть, потому что ты, конечно, без рук, без ног, но как бы вообще-то, ты меня все еще можешь убить. Звезда ли ты? Я... Ты во мне сомневаешься? Иди в баню, иди сюда. Ах ты собака! Ах ты псина! Ах ты, пожалуйста, умри ты уже, а! Ну просто умри! Тебе что, сложно? Ну тебе что, жалко? Ну пожалуйста! Не хочу начинать сначала, спасибо! Ой-ой-ой-ой-ой-ой, ты все совместить, что ли, решил, дядь? Все в одну... Моё, ну хватит, ну вы получили достаточно крови, пожалуйста, люди! Есть! Драма, достаточно? Достаточно, пожалуйста! Да! Наконец-то! Все! Вот по такой схеме и надо подниматься на Ютубе, а то какие-то там алгоритмы, что-то там качественный контент. Позируй и время от времени получай по роже. Столько зрителей у меня никогда не было. У меня, кстати, тоже 10 тысяч зрителей никогда не было. Хотя хотелось бы, на самом деле, вообще. Пришло время принимать звонки. Удачливый зритель получит шанс поговорить со мной, говорит. Прежде чем навсегда покину подземный мир. Сейчас покажется, что Альфис просто накрутил ему все. Приветствую, вы на ТВ. Что бы вы хотели сказать на нашем последнем шоу? О, привет, Метатон. Мне очень нравится смотреть твое шоу. Моя жизнь довольно скучна, но... Возможность увидеть тебя на экране привносит радость в мою жизнь. Косвенно. Не могу сказать точно, но мне кажется, это последний эпизод. Я буду скучать по тебе, Метатон. О, я не хотел говорить так долго. Нет, постой. Он уже повесил трубку. Я отвечу другому дозвонившемуся. Метатон, твое шоу сделало нас очень счастливыми. Метатон! Я не знаю, что я буду смотреть без тебя. Метатон, ты оставил дыру в форме метатона в моем сердце, в форме метатона. Это так мило. Я прям... Я почему-то самонадеянно переношу это на себя, и мне пипец как приятно. Даже несмотря на то, что, скорее всего... Ну, вряд ли для кого-то я имею такое же значение, как метатон для местных монстров, потому что он как бы единственный, кто там снимает. Но все равно. Кстати говоря... Музыка играет та же, под которую я там пел себе серенаду, когда он был в платье. Я понимаю. Всем огромное вам спасибо. Дорогуша, возможно, будет лучше, если я пока останусь здесь. У людей уже есть свои звезды и идолы, но у монстров... У них есть лишь я. Если я уйду, подземный мир потеряет свою искру. Я оставлю ноющую пустоту, которая никогда не заполнится. Так что, думаю, нужно отложить свой грандиозный дебют. Да и кроме того, ты доказал, что очень силен. Возможно, достаточно силен, чтобы одолеть Асгара. Я уверен, ты сумеешь защитить человечество. Ха. В любом случае, все это к лучшему. Правда в том, что энергопотребление этой формы неэффективно. Через несколько мгновений я истрачу заряд батареи и, ну, я буду в порядке. Срази их наповал, дорогуша. И всем спасибо. Вы были отличными зрителями.
Мне вот это все спиздить замок, вы двое. Да, мы уже подружились. Господи, слава богу, все воли сели бы тади. Мизотон, если бы ты умер, я бы... В смысле, эй, не проблема, понимаешь? Он же робот, если ты используешь его, я всегда могу просто построить другого. Почему бы тебе не покидаться? Я абсолютно согласен с ней, как бы, да? Робота можно починить, но этот робот был как будто с душой. Возможно, так всего лишь казалось, но что-то в нем было такое... Чё ты за мной? Чё, сталкеришь меня? Чуть не надо. Прости за это. Пошли дальше. Знать ты вот-вот встретишься с Асгардом, да? Ты должно быть, очень волнуется из-за этого, да? Нет, вообще, по моему лицу видно, что мне насрать просто. Наконец-то мы... Ты попадешь домой? Да, я знаю, спасибо большое. Не могла бы ты быть чуть менее навязчивой? Спасибо тебе за то, что ты мне помогла, но я погнал. Что? Подожди! То есть, я... Я просто собиралась сказать «прощай» и... Я этого больше не вынесу. Ну что такое? Ну ты мой хороший, ну не плачь. Я солгаза тебе. Одной только человеческой души недостаточно, чтобы пересечь барьер. Он требует, по крайней мере, душу человека и душу монстра. Если ты хочешь попасть домой, тебе придется забрать его душу. Тебе придется убить Асгард. Да понятно, что тебе жаль. Я даже как-то это... Не знаю, как мне быть в этой ситуации. Я же вроде как, ну, типа пацифист. По натуре своей. Вроде как, наверное. Мне бы не хотелось вообще кого-то убивать. Тем более, что этого Асгара все называют добрым челом. И вообще он сэр Пушистик и все такое. Я уже в замке, так что пути назад нет. Спасибо вам за просмотр. Как и сказал Метатон, вы отличная публика. Я так полагаю, мы с вами уже закончим Undertale в следующем видео. Точнее, закончим эту концовку. Меня еще ждет пацифист, меня еще ждет геноцид. Увидим, что там будет. Интересно. Мне лично интересно. Вам не знаю. Скорее всего, вы уже видели всю эту кучу раз. Пересматриваете вместе со мной. Но, тем не менее, оставляйте свои крутые комментарии. Может быть, с какими-то микросоветами по прохождению Асгар. Не просто целый спойлер. Там, я не знаю, где-то, например, условно... На третьем ходу нужно пригнуться, а иначе ты никогда не догадаешься, что это нужно сделать. Если там настолько все сложно, не знаю, дайте какую-нибудь микроподсказочку. Я думаю, я буду не против. Не спойлерите, пожалуйста, но тем не менее. Так вот, оставляйте комментарии, ставьте лайки свои крутые. Тыкайте своим крутым пальцем на кнопку подписки, да. Вы были на канале Северполюс. До новых встреч в замечательных играх, в том числе в Undertale. То, насколько скоро он выйдет, зависит от активности на этом ролике. Пока.